Сюди его доставить. Самолет с пропеллером. С двигателем. Так, кабелечки все взял. Там рюкзаком. Ну что, ребята, 3, 2, 1. Погнали. На белую. На белую. Всем привет. Опять под завязочку всем. Guten Morgen. Зарядились под завязочку. С Богом, друзья. Выезжаем из Заречного. Чудесное путешествие под названием Ташьелга. Помолитесь все. Да. Заречный, уже. Давай. До свидания ненадолго. 6:35. Какое число сегодня? На новых часах 6:35. О. А число какое? 26 июня. После Диминого дня рождения едем отмечать Димин день рождения. Да. Такой подарок захотелось. Давно не было. Слава Богу, что так захотелось. У нас маленький перекус. Вот так вот. Все по-домашнему. На капоте. Пацаны кушают. А, Виталя, как всегда удивил, это обрадовал. Крылышки. Ням-ням-ням. Все, последнее. Последнее. Чудо. Сразу что-то самогоночки захотелось. Так есть? Не, ну, надо ехать. Так, а руки мы чем моем? Ну, салфетки будут. Об себя вытрите и все. Облежи, да и все. Это пока уже. Сначала об себя вытри, а потом облежи. Даже соли не хочется. И хлеба тоже. О. У меня было лавашек, конечно. Лавашек можно было, конечно. Но мы же все помним, надо в меру. Я сколько? 3 ножки съел. Или вот. Да, 3. Остановились. Размяться. Да на красоту такую посмотреть. Офигенную. Уже подъезжаем. Осталось 130 километров. Едешь и глаз радуется такому зрелищу. Смотреть не насмотреться. Трава ровная, как будто кто-то подстригал. Ой, устали, да? Выпустите меня. Жарко. Осталось час. Час до белой. Едем везде. Ой. Кого потерял? Вот эта фура уже целый день с нами едет. Надо хоть прицепиться к ней, что ли. Вертолет, надо было заказывать. Че, мы так тоже немало весим тут. Капец. Конечно, одна водка чего стоит. Так еще покушали. Вообще поели. Два раза. Да. Ворот. Так срать никто не хочет. Не знаю. Пока повезло, потом уже тяжело будет как-то. Потом будет повезло, говорит, кто-то сделал это.
Че бы съесть такого, да, такой? Че бы съесть кефирчику такого? Кефирчику бы. С пивом. Кефир-то не записали? Кефир с пивом. На первую ночь что-то всего много-то. А на вторую, может, он не доживет. Кто? Кефир. Так стопудово не доживет. Опасно. Лучше бы, наверное, дыньку или арбузик. О, а это не опасно, да? Нет. А че? Там чистая вода. Не. Процент. Лучше пиво. На эти деньги. На другие деньги. Для которой дыньку или арбузик. Там 100 рублей за дыньку за колхозницу. Вот, банку пива. Ладно. Когда будешь пиво пить, скажи, давай пей пиво еще одно. Когда ты будешь уже не хотеть, пей пиво, закусывай дыней. Жара. У меня вот сзади даже прохладно. Да? Так ты потому что трусы такие одел. Не шерстяные. Я вас предупреждал, не одевайте шерстяные трусы. С карманами. Псевдокарманами. Полные карманы семечек. Можете проверить. Это же анекдот такой есть, да? Такой где-то. А, это. Едут, а, вспомнил. В автобусе это. Едет мужик с это. Причем речка рядом. В автобусе. Женщина такая, это, руку в, это, в сумку сует такая. Так, яйца, колбаса. А где молоко? Блин. Яйца, колбаса. Где молоко? Женщина, выйди руку из моего кармана. Чего затарились? Огурцы, помидоры там туда-сюда. И тапочки не входят, в курсе что ли? Да конечно, вон на подголовник. Осталось 70 километров до точки. Конечный пункт был Бураево. Сейчас заедем, миска купим. И все худенькие потом домой поедем. С кем я разговариваю сюда? А, не знаю. С камерой. С направо. С Аней. Здесь сейчас направо, да? Да. До перекрестка и снова направо. Ага. Кафе. Почта, говорит, смотрите, какая-то возле почты. А где почта? Почта там была где-то. Будет слева. Да? Он сказал, будет слева. Да. Вы, говорит, проехали его. Стоматология. Мы просто не под тем углом смотрели, скорее всего. Наверное, вот почта. Вот эти ветки. Говорят, здесь хороший магазин мясной. Кое-да, ищем где-то вот он тут. Там вот где-то было, нет? А, ну, наверное. Ну-ка, давай до светофора сверну. Давай опять увидеть способ. А вот там, похоже, повернуть надо было. Я там видел какой-то магазин, наверное, он. Или там... мы не доехали. Сейчас я там, извините, сейчас проверю свою версию, по которой мне показалось. Нет, так она бы сказала, налево повернете, и там будет. Блин, да, может, сказала бы, а может, и не сказала бы. Женщина объясняла же. Вот у этой женщины сейчас надо спросить, какой там магазин. Это что это? Это клуб такой, да? Ой. Здравствуйте, извините, а магазин Куйда не подскажете где? Куйда? А магазин Куйда. Чуть-чуть, буквально метров 300. С левой стороны будет. Спасибо. Там написано, да? Да. Ага. Какая постройка? 100 метров, другие 300. Ну это вообще, это не надо это об этом слушать. Короче, ладно, примерно. Потому что это, у каждого они, мера своя. Да, они не понимают. Чувство расстояния у всех разное. Да. И чувство размера у всех тоже разное. Ага. Ой, мне не надо столько много, да? Да. А сколько много? Да, мешок? Да, я не корова, мне и ведра хватит.
Движуха такая оживленная прямо. Очень ищем этот интересный магазин, единственный. Мясной. Мясной. Говорят, очень хорошее мясо. Надо попробовать его. Надо найти магазин «Бураевские продукты». Сильно не разгоняйся. Ну, ты как-то быстро ездишь. Быстро ездишь. А, вот почта. Ну, значит, почта. Вот слева сейчас будет магазин «Куеда». Смотрите. Смотрим. У Единского мясокомбината. Вот, он и есть «Куеда». Они, капец, это что? Они его так называют, а это Куединский мясокомбинат. Капец. Офигеть, магазин, конечно, там. Магазин здоровый, блин. Все витрины пустые, блин. Кусок капец какой-то там. Ладно, все. Короче, за помидорами, видимо, не будем заморачиваться. Три колбаски, блин, на весь магазин, блин, мясной, блин. Ой, там такое, там мясо вообще. Ага. Я говорю, не заморозка есть? Нету. А заморозка? Ну, так, чуть-чуть. Суповой набор предложила. Но это отлично, там есть косточки и мясо. Пожарите, погрызете. Теперь знаем, что надо шею брать дома. Надо, да, конечно, надо вести хорошее мясо самим. Вот. А картошку почистили. Кстати, картошки так ты сам набирал ее? Нет. Так готово было? Я. Я. Си-си. Ты немецкий, да? Хочешь я-я? Das ist fantastisch. Нет. Голавль, иди сюда. О. Окунь, ходи сюда. Окунь. Блин, в 7 приедем. Где-то пол восьмого. На речке, на том берегу. Полчаса по берегу еще поедем. Блин, не покидаем, а? Не знаю. Ну, покидаем. В 9 уже. В 9, если только закинемся. Надо дрова пилить. Сразу же. Таскать. Вот, видишь, почему Рустам надо было раньше выезжать? Нет, ты хотел, если позже выезжать, мы бы вообще под ночь приехали. Согласен. Пробка нас там подвела. Ну, час как минимум там потеряли. Я прям выспался в то время. Ну, я бы, конечно, побыстрее бы ехал. Ну, если бы столько нагрузил, ты бы не знаю, поскольку бы ехал. Хотя бы с горки-то можно было быстрее. Так ты бы не смог там. У тебя, конечно, больше машина, выше, но если нагрузить столько, она тоже бы присела. Конечно, присела. Ну, у тебя 1,8, да, там? 2. 2,8? 2. 2. 2,0. Ну, может быть, и получше. Но стойки можно пробить на такой скорости. А я бы на этой побыстрее поехал. С горки можно было газовать. Ну, как ты, вот видишь, ямка попадется. Нет, там по этой... Первый. Пол бака бензина выплеснуть. Ну что делать? Если только быстрее. А зачем? Мы бы еще больше устали. Дима, видишь, какой спокойный. Вы бы не успели устать. А, тут еще может грунтовки, да, чуть-чуть быть? А, нет, это не то. Мы же уже... Тут нет, участок проехали, да? Асфальт. Везде у нас асфальт. Нет, грунтовки было до Бураева, да, где-то? А, это через Аскино, наверное, да? Ну, там, в общем, мы по тем местам не ездим уже. Ура! Вот она! Опять в дымке, да, такой? Вон там та штука. Вон. Вот такое место. Мы первый раз его увидели, вообще офигели. Да! Устал, ты там что говоришь? На речке, на том бережочке. Все. Но если бы кондишена не было, было бы еще хуже. Ой, я бы был уже. Меня бы можно было кушать.
Ну, раньше-то без кондишена ездили, так помню, первые года. Мы только... Ну, ты вспоминай, был худой, молодой, потому что... В 19-м году мы без кондишена еще ездили, по-моему. Ну да. Или вот с кондишеном. Классно, там так, в такую даль все видно там. У меня крутая палка, я поехал на рыбалку. Место доброе, вертушки и палатка на опушке. Че еще? Вечером костер мигает. Ложки брякают, луна отражается, мерцает. Самогончик наливают. Все, сейчас вот заезжаем в этот лес. Ищем поворот Наташи Луга. И смотрим поворот Наташи Лугу налево. Да блин. Сколько можно трясти? 20-21. Перестаньте нас трясти. Как всегда, выровненная дорожка. Да. Ее кто-то тут равняет постоянно. Да. Все. Финишная, прямая. Ремни долой. Да, точно, хотя бы. Света запускаем больше. Что нас может удивить? Кого бы что бы удивило? Если бы рыба пешком по берегу ходила. А деревня, спуск там и так далее. Спуск к реке интересно? Лес похож. Так, ну, блин, ехали. Спуск к реке сейчас сухой. Сухой? Ты подумай головой. Кто спустится к нам сухой? О, тачки какие-то. Это отдыхающие, бабули, наверное. Да, да, да. Ну, или дачники. Удачники. Удачники и неудачники. Сколько здесь красивых людей. Ой, сколько некрасивых. Ну все, улыбки на лицах вылезли. Слава тебе, Господи. Повылазили улыбки. Забрались. Пахнет как в бане, да? Вениками. Финиками. Прям вениками. Ну потому что здесь дуб, наверное, растет. Вон дуб. Дуб, липа. Все банные принадлежности здесь растут. А что так парит? А тут, видимо, поливало тоже, да? Если бы поливало, здесь была бы мягче. Ну вот видишь, сухо и мокро. Ты же помнишь, мы тогда ехали туда, что... Ты про этот спуск говорил, что... Да, не. Сейчас увидишь. Там процентов, если мы видели 6, там где-то процентов 20, наверное. Да, и дуб какой видал. И вот эта дорога, Рустам, после дождя, она замыливает протекторы. О, и машину вот так вот начинает возить по дороге. А потом ты когда на асфальт по гальке выезжаешь. И, там... это только здесь. Это хорошо бы на асфальт выехать. А там на подъеме такая же хрень. Заселим, а? Да мы сколько раз уже думали. Мясо ищем, блин. Можно купить же. Кстати. Да, конечно. Продаю. Конечно. Только надо же уметь его еще это. Разделать? Ну да. Я еще слышу. Ну, блин, я вот не умею. Вон, видишь? Как там, освежевать? Да. И подожмет, если прижмет, то, конечно, сделаю, но... Да, конечно. Ты же сейчас что сказал? Не хочу. Не буду. Когда не умею или не могу, это значит не буду. Так, потише, потише. Тут что-то, видишь,
А, это чтобы эти не падали. Что, глянем, тормознем или поедем сразу? Да поедем. Вот сейчас, Рустам, вниз спускаешься, и тут сразу яма глубокая с перекатом. Ну или что, сходим? Да не, не сходим. Посмотреть отсюда можно будет? Вот она прямо здесь у деревни. Не, просто мелко тут, не мелко, чтобы потом. Так, сейчас. Это же первое впечатление, помнишь? Вот это, Рустам, на том берегу уже вот это все остров уже, трехкилометровый. Вот эти деревья, это уже вот этот вот подъемчик. Там болото! В смысле? Да стоячка, смотри, вода стоит, течения нет. А, фу, блин, напугал. Я думал, дальше ехать нельзя. Да вон травы, смотри, сколько. Там под травой... Да, Дима, нормально воды. Вся рыба стоит, да? Нормально воды, я думал, хуже будет. Вон, Рустам, видишь, каменная гряда торчит немножко? Вот это часть переката. Это как на переливе. После него яма глубокая. Это как на переливе. Там метра 4, Миша говорил. 3-4 метра глубины и там. Ну это надо проверить. Да. Чтоб поверить. Да. И там, естественно, кто у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы так не договаривались. Ты не промеж ног не пропускает. Сейчас. Уже. Ай, ай, кто, как? Да это трава шевелит. Но мы низко сидим сейчас, конечно. Ну вообще. Ну мы так уже выездили ведь, были. А у кого двери открыты? Да багажник, скорее всего. Ага, слушай, у нас там ничего не выпало. Да как? Блин. Ну давай я выйду, правильно. Да ладно, что уж. Да не могу. Да ну что уж. Да не может быть. Только что загорелся. Это подпрыгнуло, открылось. Так, мы поверху не поедем или поверху поедем? Нет, там хорошо поедем. Здесь две дороги. Ну там может машина стоять просто. Где? Наверху. Может и не стоять. А может и стоять. А здесь мы сразу же сможем. Нет, там дорога хуже. А там можем забуксовать. Нет, там виды хорошие. Сразу реку будет видно, но там такие моменты не очень удобные для нашей посадки. Прадик там пройдет, или если бы Филька был не груженный. Ну там кто-то есть уже. Дежурит там кто-то. Так я там забуска, а там у тебя дырка. Да шучу. Закрытая дырка. А вот здесь видишь, Рустам, вниз сразу же крутой берег и река. И соответственно, когда она разливается, видишь, докуда долетает. Вот, до самых этих. Вот это все затапливается, естественно. И остров затапливается весь. Весь остров в воде. И здесь... Вот здесь вот в этой ямке выгодаем. Вот в этой? Ну, теоретически, да. Ну, она потом куда-то уходит. Да куда? Тут хищников-то сколько летает? Все сожрут. Вороны, эти, орлы. Да, мне кажется, рыба тоже не совсем дура. Она же чувствует, что вода уходит. Успевает свалиться. И тем не менее, в подобных ловушках находят порой немало рыбы. Ну, это, наверное, местные тут находят. Ну да, она по-любому сюда выползает вода. Вон, видишь, что там вон то большое дерево? А, нет, чуть подальше. Еще дальше. Это несколько мы деревьев. Мы вот в прошлый раз под этими деревьями ставили лагерь. Уже под берегом. На берегу, там уже ниже спускаясь, да. И под уклоном стояло, но это неудобно. Но лучшего места не было, поэтому пришлось его выбрать. А, мы еще один спуск, да, проехали? Потому что... спуск к воде-то, помнишь, был? Да. Местные тут приезжают, ну, да, там машины мы на лодки спускают. А дальше там вот это вот дерево. Причем это дерево, где лагерем стоим, его со спутника видно на фотках тоже. То есть четко можно даже показать. Ну я бы сказал, не так мало воды. Как сейчас по островам увидим. Ну о, так-то видно вон острова-то. Уже торчат. Вот он спуск. Это трава или это берег? Вот он спуск, про который ты говорил. Вот он. Так это трава или это? Нет, это трава. Трава. Течения, смотри, почти нет. Ну и в окошке вот в эти закидываешь в облик. Идешь прям по воде. Причем вот тут прям идти можно там. По тому берегу можно идти. Там примерно метр пол. Ой, откройте, давай. Остановись, там что-то шуршит сзади. Ой. Там как бы дверь открывается. Да не может она открыться. Там просто все свалилось. Рустам, вот сейчас не открывай. Что не открывать? Багажник. Не открывай. А вот зачем тебе? Я проверил. А, ну все хорошо? Там, там трава просто шелестит по бамперу. Смотри, Рустам, и в гору еще там еще поднялось. Смотри, какой лес. Ну, посмотрим. Ну, мы тут всегда за ветром, получается, находимся.
если ветер вдоль не дует. А на той стороне, за островом, основная река. Шириной примерно сколько километров, да? Река-то? Нет, остров. Ну, поперек. Поперек нет, не метров 500. Километра 500 я засекал, да, где-то 500 метров. А длина 3 километра. А длина вот этого участка 3 километра. Вот эти деревья, под ними, Рустам, соответственно, там снег падает постоянно, и там пасутся головли. Они это все снимают, и там видно, что прям вот булькаются. Вот. И с тинкарой вот там вот, или там с другими приманками. Да, Рустам, это вообще в окошке между травой и тинкару кидать, это вообще сказка. Ну, надо настрополиться, чтобы попадать-то в них. Да как, ну, ты подходишь тихонько, ты же низко находишься, а они тебя не видят. Раз в окошечко. Она там уже. Кузнечик чирикает. Место свободы. Машина там есть, она у ручья стоит. Наше место свободы. Вам сейчас бы выехать отсюда. А ручей, что на ручей? А увидишь, ну ручей впадает. Ну и просто там, с горы стекает и ручей. Дальше, и его не переехать? Да, вот. Мы про это и говорим. Тут же пляж все купаются, и тут же окуня ловить. А дальше, Рустам, есть еще один ручей, напротив которого глубокая яма. Сом есть. Туда пешком народ ходит, забрасывают спиннинги и сидят, ждут. Кого ловят, не знаю. Вот это край уже. Вот там, где машина стоит, там уже ручей. Отдыхающие, которые там на день приезжают, они предпочитают ближе к берегу располагаться. А вот. Ну там вода прохладнее, вот этого ручья. Чуть прохладнее, ну не страшно. Он потому что холодный такой достаточно. Это такой густой, а лес. Вообще. Ну это и удобно, это, ходить в туалет туда. Да, вот в кустике зашел. Прятаться там. Ну что, туалет с собой не взяли. Вот видишь, дерево, Рустам, стоит вот, вот прямо, вот на берегу. Оно вот сломалось, что ли? Лагерь под ним будет. Нет, их там два же. А вон, видишь, как это, как сломанное. Сейчас все увидим на месте. И вот это дерево одиночное возле ручья, его видно со спутника. А вот где машина стоит и деревья, под ними ручей уже. И вот тут окунь сейчас клюет уже. А вон там, видишь, беленькое вдалеке? Это типа маяка. Он ночью светится. Да. Это поворот реки вот там дальше идет. Поворот. Это заканчивается остров, да. Там. Старица выходит и поворот основной реки влево. Вот туда уходит влево. Ну все увидишь, на лодке сходим. Что, под дерево сначала попробуем? Да не сначала, а сразу. Встанем и дальше пошли уже. Забить же место, застолбить надо. Два дерева-то видишь? Ну, вижу, но только смотри, как наклонено. И в жару, и солнышко мы тут. Чтобы не упало на нас. Но. Так оно и в прошлый раз так же было. Да поменьше. Да так же. Насрали опять. Ну, почему? Как мы ставили-то машину? Ну, вот жопой вверх. Да? Да-да-да. Ага, ладно. Выгружаем. Так, подожди, подожди. Давай выйдем. А потом вдоль ставили. Вдоль потом ставили. Выгружали, сейчас. Потом вдоль. Рустам, выходи. Или закрой дверь, я припаркуюсь, я тоже выйти хочу. Я хоть это немножко разгружу, но выходи выйти на земле. Что-то сильнее стало стук. Притрогай. Давай, пока так. Все, пока так, все, глушим, все, в панике. И перед ними. Лагерь разбили на той стороне. Всех перевезли туда.
Погоди, Рустам, надо поставить сначала... Гроза идет. Гроза идет, надо поставить шатер. Thank you.
прям на стена маленько не закроется. Во, еще. Давай. Еще маленько. Во. А то за ручку нас закрыть. Сейчас это приколотим, что закроем. Все закроем. Пока сидим. Правильно. Стоять. Там расскажи, что ты тут готовишь? Я сейчас обжариваю курдюк. Вытапливаю курдючный жир бараний. Очень вкусно пахнет. Как журчит. Да. Потом мы бросим свинину-то. Из свинины получится баранина. Ай, пойдет. Оставим это до завтра, чтобы у нас свинина... Спасти мясо на ночь. Чтобы у нас свинина не испортилась. То есть уже баранина. Ага.